Страшная авария, случившаяся на остановке общественного транспорта в Орле 9 октября, не оставила равнодушными жителей всей страны. Три человека погибли, еще двое получили серьезные травмы. Одна из версий следствия – транспорт вышел неисправным из депо. Застрахованы ли ульяновцы от подобных трагедий? Как и каким образом машины и водители проходят предрейсовый осмотр? Да и проходят ли? Вы знаете, что наше предприятие с раннего утра до поздней ночи обслуживает пассажиров города Ульяновска. Значит, на линию первый троллейбус выходит в 5 часов 20 минут, значит, и в 23:00 практически заходит последний троллейбус. Значит, на балансе предприятия находится 64 троллейбуса, ежедневно на линии выходит 47 троллейбусов. Оценить состояние здоровья водителя и исправность тех троллейбусов, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров, задача нелегкая. Стоит хоть чуточку дать слабину, и трагедия становится реальностью. Поэтому ни врачи, ни слесаря, ни водители не дают себе послаблений. У нас существует планово-предупредительная система ремонтов и обслуживания троллейбусов. Вот. Она включает в себя многогранное такое обслуживание и ремонт. Первое. Каждый троллейбус, выходя на линию, проходит ежедневное техническое обслуживание, в основном в ночное время, а затем они утром выходят на линию. На выпуск мы категорически против неисправных троллейбусов выпускать. Ну, я подписываю, я беру на себя ответственность, как это я могу выпустить, например, неисправный троллейбус. Троллейбус может сойти с маршрута из-за неисправности, которую не устранишь на техосмотре, например, пробить колесо. Иное дело водитель. Состояние его здоровья проверяется до выезда, а часы отдыха между рабочими сменами и минуты между рейсами строго контролируются руководством Ульяновской электротранс. На конечный мы отстаиваем. Где-то 5-7 минут. У нас есть время на осмотр троллейбуса, осмотр салона, чтобы все проверить, не осталось ли там каких-то посторонних предметов. Обходим троллейбус, смотрим его техническое состояние, все ли работает, нет ли посторонних шумов, и немножко отдыхаем. Кроме того, существует так называемый нулевой рейс. Троллейбус проезжает весь маршрут без пассажиров до конечной станции. Только после этого он готов принять пассажиров. Сейчас парк троллейбусов в Ульяновске обновляется. Машины не новые, но еще годные. Безвозмездно отдала Москва. Согласно договоренности города Ульяновска, города Москвы, к нам поступают троллейбусы, отданные нам в подарок из города Москва. И мы их принимаем, делаем регламентное обслуживание, необходимые выполняем виды ремонтов, которые гарантируют их безопасную эксплуатацию и перевозку пассажиров по городу Ульяновску. Находящийся здесь троллейбус – это четвертый по счету, который из привезенных в ближайшее время выйдет уже на улицы города Ульяновска. Комфорт и безопасность горожан – основные задачи, которые нельзя не выполнять. Тем более, что транспорт востребованный. По словам сотрудников Ульяновской электротранс, только за 10 месяцев этого года на троллейбусах проехали 10 миллионов раз. Это ли не повод тщательно следить за усатыми трамваями? Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.